посмотрел выступление этого бравого, долго перечисляющего свои легендарные заслуги десантника, и хотел обратиться к вам, неуважаемые, не защитники Родины. Нихуя вы не защитили, блядь. Без единого выстрела Путин, блядь, привел свою орду в Беларусь. И оттуда Скалинкевич, Баранович, блядь, с моих мочулищ, блядь, родных, хуярят ракетами по братской Украине. Если б вы были защитниками, вы бы дали им пизды. И ты, легенда, блядь, встал бы в строй или, блядь, собрал бы свою братву и дал бы пизды этой нечисти. Я знаю, о чем я говорю. Я сын офицера. Мой папа, Михалок Владимир Павлович, служил в Береговом. Здесь, на границе. У него столько корешей с Украины. Ох, если бы он знал, что смочулищ хуярят по Украине, он бы собрал, блядь, Самохвалович пацанов, взял бы братву Сатолина, блядь, и пришли бы и валили пиздосом. Он бы там погиб, но не позволил случиться такому позору. Поэтому я вам говорю жестко, блядь. Уже сейчас хуярят, блядь. В Чернигове сейчас под обстрелы попали семьи моих родных людей. Там живут родители моей Алены. Мама простой библиотекарь, вернее, она директор библиотеки. А у ее лучшей подруги, у Марины, которая будет свидетельницей на нашей соленой свадьбе, оторвала ноги. У папы оторвала ноги, он час еще держался и умер. И все это хуярят из Беларуси. Поэтому нихуя вы мне не братишки. Видал я вас, как вы хуярите со ствола три топора, блядь, день десантника в парке Челюскинцев. Держите, блядь, одеваете береты своим ПТУшным блядям, жуете сладкую вату, а потом отгребаете пизды от этого ебучего ОМОНа, нахуй. Вы ебучий ОМОН. Вы не добившиеся успеха в спорте, блядь, выучившие, блядь, 3-4 приема, которые завидуют все время людям с образованием. Вы вандалы, блядь. Вы умеете только разгонять, блядь, бабушек и ребят, которые не умеют себя защищать, блядь. Но здесь, в Украине, вы столкнетесь с такими, блядь, настоящими защитниками, что вы охуеете. Трус-трус, Беларусь, трус-трус, Беларусь, Путину продался. Как увидел украинца, сразу обосрался. Так и будет. Или обосрешься до смерти, или, блядь, после. Вот так и будет с вами здесь. Поэтому послушайте, блядь, внимательно. Неуважаемый, нахуй. Если вы сюда рыпнетесь, блядь, идите сразу сдаваться. И тогда вы сохраните свои блядские жизни. Вернетесь потом и будете где-нибудь говорить: «Но я просто выполнял приказ, блядь, мы нихуя не могли сделать, блядь». Каждый мужчина делает свой выбор, блядь. Каждый мужчина может сказать: «Я, блядь, не буду так поступать, нахуй». Каждый мужчина может сделать выбор, блядь. А если он не делает выбор, то он не братишка, он сестренка, нахуй. Поэтому с презрением, блядь. С презрением, блядь. Еще раз повторяю. Сюда рыпнитесь, нахуй. И сдохнитесь. Сдавайтесь, блядь. И тогда у вас еще будет хоть какой-то шанс. А так всем вам пизда, нахуй.